Боли в пояснице – это распространенная проблема, с которой сталкиваются люди разных возрастов. Причины могут быть разными – сидячий образ жизни, неправильная осанка, физическое перенапряжение или старение. Регулярное выполнение правильных упражнений помогает укрепить мышцы спины, улучшить гибкость и снизить болевые ощущения. Вот 5 эффективных упражнений, которые можно выполнять дома, чтобы облегчить боли в пояснице. 1. Кошка-корова. Это простое упражнение из йоги помогает растянуть мышцы позвоночника, снимая напряжение в пояснице. Встаньте на четвереньки, ладони прямо под плечами, колени под бедрами. На вдохе прогните спину вниз, поднимая голову и таз вверх, поза коровы. На выдохе округлите спину, опуская голову и таз вниз, поза кошки. Выполняйте плавные движения, синхронизируя их с дыханием, 8-10 раз. Улучшает гибкость позвоночника, снимает напряжение в поясничной области и улучшает кровообращение. 2. Подтягивание коленей к груди. Это упражнение мягко растягивает поясничные мышцы и снимает с них напряжение. Лягте на спину на ровную поверхность, согните ноги в коленях. Аккуратно подтяните одно колено к груди, удерживая его руками. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, затем поменяйте ногу. Для большего эффекта можно подтянуть к груди оба колена одновременно. 3. Планка на локтях. Это упражнение укрепляет мышцы кора, которые поддерживают позвоночник, уменьшая нагрузку на поясничный отдел. Примите положение планки, опирайтесь на предплечье и носки ног. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пят. Удерживайте позу 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до 1 минуты. Если выполнение стандартной планки вызывает дискомфорт, начните с планки на коленях. Укрепляет мышцы пресса, спины и поясницы, поддерживая позвоночник в правильном положении. 4. Растяжка под названием «Поза ребенка». Еще одно упражнение из йоги, которое помогает расслабить поясницу и снять боль. Встаньте на колени, сядьте ягодицами на пятки. Наклонитесь вперед, вытягивая руки перед собой на полу. Опустите лоб на коврик и расслабьтесь. Оставайтесь в этой позе 30-60 секунд, дыша глубоко. Снимает напряжение в нижней части спины, улучшает подвижность позвоночника и расслабляет мышцы. 5. Мостик для поясницы. Это упражнение помогает укрепить мышцы ягодиц и поясницы, что уменьшает нагрузку на позвоночник. Лягте на спину, согните ноги в коленях, ступни на полу. Руки вытяните вдоль тела. Поднимите таз вверх, напрягая ягодицы и поясницу. Задержитесь на несколько секунд, затем медленно опуститесь обратно. Выполните 10-12 повторений. Укрепляет мышцы поясницы и ягодиц, улучшает кровообращение и снимает нагрузку с позвоночника. Перед началом упражнений выполните легкую разминку, чтобы разогреть мышцы. Если какое-то движение вызывает сильную боль, прекратите выполнение и проконсультируйтесь с врачом. Чтобы увидеть результат, выполняйте эти упражнения 3-4 раза в неделю. После выполнения упражнений уделите несколько минут растяжке, чтобы улучшить гибкость. Эти упражнения подходят для большинства людей, но при хронических болях в пояснице важно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом, чтобы исключить серьезные заболевания. Регулярная физическая активность, правильная осанка и забота о своем здоровье помогут вам чувствовать себя лучше и забыть о болях в спине.